вот эта вот фотография, она с сайта, это самое, которым я дружил, пока был жив генеральный директор Степанов. Он меня приглашал, он предлагал работу, квартиру. Случай этот давно известный, хорошо известный. Вот. Мне не понравилось, что они тоже взяли эту фотографию. Это НПО Челябинск, они взяли эту фотографию из интернета. Получается, помните, она тиражируется, полсотни этих сайтов. Мы с вами проходили это. Уже доверие теряется. Вот. Стал бы я их кусать? Нет. Зарабатывать надо. Может, у них свои не хуже. Ну, некогда было фотографии делать. Ну, некогда. Свои растут такие же, хотя фотографии это не их 100%. Речь о другом. У них растут мои клоны. Вот. Однажды я об этом, прошло много лет, как я их туда выслал, 2000 черенков, лично привез в подарок, мне же оплачивали дорогу, гостиницу, привез еще 200 с чем-то. Вот. Это все было уникальной вещью. Вот. И вот когда я вспомнил про этот случай, мне позвонил Кухтарский Андрей. А в жизни Андрея я сыграл положительную роль, когда меня пригласил Степанов. Был небольшой, такой, ну, нельзя назвать семинар. Вот. На столе была выпивка, собрал он своих кандидатов в науку, но в то время их было у него 8 кандидатов в науку, он не мелочился, брал ученых. Вот. Я прочел короткую лекцию, вроде того, как сейчас, да, как можно чего-то добиться, меня все слушали. Одна дама, интересно, она все время говорит, а вот видите, мне понравилась вот эта реакция. Я минуту говорю, две, совет какой-то, а я вам что говорила? Я еще один, а я вам что говорила? То есть там среди них вот эти же мысли тоже бродили, среди кандидатов наук. Вот, она же как бы, для нее это был праздник, что, оказывается, она того же мнения придерживалась по многим, ну как бы назвать-то их нетрадиционным технологиям. Вот. А Кухтарского не было, он сейчас карьеру сделал. Он был обыкновенный привальщик. Я сказал, ребята, обратите внимание на Кухтарского. Я с ним пообщался. Он незаурядный. Садовод он будущий этот. Ваш коллега. Ну, обратили внимание. И вот звонок от Кухтарского. Валерий Константинович, я работал с вашими черенками. Мне сразу шерсть дыбом, я прям это... Как? Ну что? Волнуй же! Вы знаете, говорит, два клона, ну он как-то по-другому назвал, какое-то другое слово. Он же профессиональный, ну, в смысле, он, у него профессиональное, у него образование, а у меня нет. Вот. И получили плоды высочайшего качества, урожаи большие, морозостойкость предельная. Вот. Я говорю, Андрей, пожалуйста, ну, память о том, что я для вас сделал, я вам помог. Пришлите фотографии, пришлите короткое описание. Поймите, это важно. У вас своя, это, я устал от одиночества. Я устал от того, что наука молчит. Они же научно-производственное объединение. Они же, у них есть лаборатория, все. Да-да-да-да-да-да. Проходит месяц. Константинович, вы знаете, я все, вот, ну, некогда, но я обязательно пришлю. Прошло еще полгода. А для меня это очень важно, вот. Потому что все начинается вот с этого. Вот с этих вот веточек, на которых заложено уже много что заложено. Почему на одной ветке можно встретить совершенно разные яблоки? Яблони старые, никаких добавочных привок нет. Она у меня... Фотографию я не смог. С того места, где она есть, я не смог. Там действительно получается... Три яблока таких, два совершенно другие, никаких привык нет. Вот. Я могу сказать только, знаете, по-простому, по-примитивному. Разные папы. Ну так, чаще всего этого не случается, но случается, видимо. Вот. Разные папы. Вот все, что я Елена могу сказать. Так. Город-сад, это тема отдельная, я пропускаю. Кто захочет, увидит тут 20-минутное выступление мое. Ну, 25 минут. Меня 25 минут снимало телевидение. Вот. Хорошо, что параллельно снимала моя племянница. Получился вот такой небольшой фильм. Что такое сад, город-сад, да?
как я ее представлял. Советы там, польза. Ну, телевидение потом показало полминуты. Хорошо, что сами сняли мы вот это вот. Захотите, посмотрите. Здесь много ценных советов. Вот, вот это вот фотография от Елены Александровны Савинич, которая была в Мичуринске. Это она увидела на рынке. Я так понимаю, что это все не отравлено. Вот. То есть, есть параллельно наука, она как бы сама по себе. А есть дачные плоды, дачные сады. Это наши с вами. Наша задача это научиться выращивать деревья. Второй этап — делать небольшие питомники. Они прокормят. Следующий, вот как эту женщину. Ну согласитесь, красота какая. Ну, я не мог пройти мимо этого снимка. Вот. Небольшие питомники, они начнут вас кормить. Лучшие саженцы питомники остаются навсегда. И как я барнаульскому гостю сегодня рассказывал, стояли мы посреди питомника. Я вам показал, только у нас время мало было, я показал только две вещи. Я показал питомник яблоньки Сергея, ростом уже под метр, прививка у земли, 100% совместимость, то есть мертвых нет среди них. И я рассказал, что мы берем, он берет, отъезжает на 10 километров в глухую тайгу и берет оттуда подвое. Абсолютно дикие сибирки, абсолютно. Почему к ним прерывается культурные все сорта? Вот. Да потому что культурные сорта прошли несколько поколений, и в них уже сибирка сидит в культурных ветках. И когда мы прививаем на сибирке, гены подвоя встречаются с генами привоя и говорят: «Привет, братишка, давно не виделись, заходи». Вот. А массовая гибель прямо прививок или массовая гибель первые годы жизни или при первых морозах связана с неполной биологической совместимостью. Вот таким сложным путем, наслоением ментором, это я ему рассказывал, удалось преодолеть. То есть теперь не подвой приучаем привою, вот, а привой уже имеет гены подвоя. Вот это одно из моих открытий, называется наслоение ментора. Вот. Но, еще раз говорю, мы должны начинать с простых дачных садов, расширяться потом. Лучи из лучей остаются на места, становятся маточным садом, а семена и черенки переезжают рядом через несколько метров, через 20 метров, 50 метров.